Особая фишка океанариума – возможность посмотреть кормление обитателей. Вот сейчас, например, на обед кальмары. Да уж, не самый бюджетный рацион. Занимаются кормежкой специально обученные водолазы. Они же, к слову, и аквариумы регулярно чистят изнутри. Медуза. Ушастая аурелия. Вот повстречаешься с такой где-нибудь в Черном море, мало не покажется, хоть получишь ожог левой пятки. Кстати, у самых любознательных посетителей есть возможность посмотреть на то, как обслуживают этот океанариум. Я тоже решил заглянуть в его техническую часть. Добрый день. Здравствуйте. Сергей зовут. Владимир. Владимир. Поддерживают жизнь этого моря в миниатюре целый штат сотрудников. Это лаборанты, что следят за качеством воды и корма, ихтиологи, специалисты по гидротехнике и опять же водолазы. Интересный факт. На месяц обитателям океанариума требуется 1,5 тонны рыбы и морепродуктов.